Всем привет! Сегодня готовлю вареную колбасу из курицы в домашних условиях, без специальных оболочек и приспособлений. Это не только вкусно, но и полезно и составит достойную конкуренцию магазинному варианту колбасы. Для приготовления понадобится 500 грамм филе курицы, у меня грудка и филе от бедрышек. Филе от бедрышек нарежем мелким кубиком, примерно 100 грамм. Оставшееся филе нарежем на крупные кусочки. Складываем в блендер. Яйца разделим на белок и желток. Желток здесь не пригодится. Добавляем белки от 2 яиц к мясу. Добавляем 1 чайную ложку крахмала, у меня картофельный. Добавляем соль, чуть больше, чем половина чайной ложки. Добавляем специи по желанию, у меня черный перец и приправа курица. Добавляем 100 мл сливок любой жирности, у меня 20%. Все хорошо измельчаем при помощи блендера. Получается вот такая вот масса. Перекладываем в миску. Добавляем нарезанные кусочки мяса от бедрышек. По желанию можно нарезать 50 грамм сыра мелким кубиком и добавить к фаршу. Измельчим 2 зубчика чеснока. Все хорошенько перемешаем. По желанию можно добавить добавки овощные, например, красный болгарский перец. Берем бумагу для выпечки. Если вы не уверены в своей бумаге, тогда ее лучше смазать растительным маслом. Перекладываем мясо на бумагу. Разравниваем. Заворачиваем. Формируем батон колбасы. Теперь при помощи плотных ниток делаем перетяжки. Обрезаем все лишнее. Теперь заворачиваем несколько пакетиков. Я заворачиваю примерно в 3-4 штуки, чтобы при варке не попала вода. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения. Опускаем колбасу, закрываем крышкой и варим с момента закипания 30-35 минут на среднем огне. Достаем, даем колбасе остыть. Срезаем все лишнее и нарезаем на ломтики. Конечно, по вкусу не такая, как, например, докторская колбаса, но зато она точно без консервантов и жиров. Такую колбасу можно приготовить из сочетания нескольких видов мяса, например, говядины и свинины, или курицы и свинины. Можно батон колбасы завернуть в рукав для запекания и запечь в духовке при 200 градусах 35 минут. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!